Уважаемые кинозрители, уважаемые читатели, смотрители и все остальные, я поздравляю вас с Новым годом. Желаю всего наилучшего, успехов во всех творческих начинаниях. Хочу, конечно, сказать, что следующий год будет достаточно интересным в творческом плане. Сейчас всем непросто, 2015 год был достаточно сложным, 2016 год, наверное, будет еще сложнее. И это хорошо, как ни странно, потому что я лично ожидаю большой творческий всплеск именно из-за того, что, знаете, когда в условиях холода, зимой, людям приходится больше двигаться для того, чтобы согреться. Поэтому будет очень много интересного. Следите за новостями, смотрите кино, участвуйте. Могу как критик сказать, что надо побольше критиковать. На самом деле у нас есть такое достаточно превратное отношение к критике. Говорят, что критикует только тот, кто ничего не делает сам и не производит. Это не так. Критиковать нужно обязательно. Это способствует прогрессу. Поэтому смотрите больше кино, больше любого кино и плохого, и хорошего. Критикуйте, развивайтесь. Вносите свою лепту в прогресс казахстанского кинематографа. Я надеюсь, что в следующем году мы увидим большие инициативы, в том числе и расцвет сайта Broad.kz, для которого сейчас я это поздравление произношу, потому что сейчас мне Ануар рассказал, что очень много будет интересного на сайте, очень много новых рубрик, очень много новых задумок и инициатив. Это очень классно, и это очень хорошо ложится в концепцию, в прогноз, точнее мой, про то, что следующий год будет очень насыщенным. Я прям в предвкушении, давайте за этим наблюдать. А, и еще я должен, наверное, сказать пару слов про свою мастерскую режиссуры и монтажа в КБТУ, пользуясь случаем, так сказать. Ребята, кто там учится, если вы меня видите, всем передаю привет. Я надеюсь, вам у нас нравится. А кто еще к нам не пришел, могу сказать, что в этом году вы уже не придете, потому что набор закрыт. А в следующем году приходите, участвуйте в жизни нашей мастерской. Вы можете видеть о том, что там происходит на странице нашей Фейсбуке, следить за моими обновлениями. И я надеюсь, что в следующем году весной мы представим какие-то интересные фильмы. Все, всем спасибо, всех с Новым годом. Давайте будем вместе.